Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 21 мая 2019 года. Я только что пришел с рынка, и вы поняли, что я купил яйца. Кстати, я был очень удивлен, когда увидел цену за десяток 35 рублей. Так что и за вот эту ячейку 105 рублей я заплатил. Вот. Также я купил масло премиум, здесь 420 грамм, и заплатил за это масло 220 рублей. Масло хорошее, мы его постоянно берем, это ростовское масло, белый медведь, 82,5% жирности. Вот. Ну, яйца у нас первой категории, но мы всегда берем первой категории, потому что, так скажем, чем меньше яйцо, тем вкуснее желток. Вот такое правило. Вот. Ну, а я бы не сказал, что они слишком маленькие. Был я сегодня, брал это я, кстати, на восточном рынке. Вот. Но еще хотел взять огурцы и помидоры. Прошел туда на улицу Солдатских матерей 10 и уткнулся в закрытые ворота. Ну, первая реакция была растерянность, но потом я сообразил, что сегодня вторник, а ярмарка «Привоз», она, в общем-то, ну, всегда режим ее работы, это с четверга по воскресенье. Ну, правда, когда она была вот на своем прежнем месте, до закрытия, они работали и в понедельник, ну, некоторые ларьки и некоторые, так скажем, продавцы, и во вторник, и в среду. Но сейчас, видимо, вот так. Хотя вкралось подозрение, что, возможно, по каким-то причинам и запретили торговлю. Но пока я информацию эту не уточнял, ну, да теперь до четверга. Посмотрим, будет ли работать она в четверг, эта ярмарка. Если кто-то уже обладает этой информацией, то пишите в своих комментариях. И нас ждут еще, друзья, вернее, вас ждут еще два видео сегодня. Это распаковка вот этого вот пакета, который я заказывал в Китае через новую какую-то платформу, не AliExpress, а она называется по-другому. Я вот сейчас даже не смогу произнести, потому что английским я владею не в совершенстве, но, по-моему, она называется Vaish. Так вот. И сегодня нас еще ждет обзор. Давно меня просили обзор на квартиры, и я специально купил газету «Все для вас». И сегодня я проведу для вас обзор цен на квартиры и дома в Анапе. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будьте всегда со мной на связи. Что вам еще хорошего сказать? Хорошего дня вам! Сегодня в Анапе очень жарко опять с утра. Видите, вот штора у нас закрыта, и солнце мы на кухню не пускаем. У нас римская штора, о римской шторе я уже писал, как она устроена и как мы ее навешивали. Все это я на моем канале размещал, и вы эту информацию можете найти. Всего доброго, до следующих встреч!